И в завершении прогноз погоды. Холодный сибирский антициклон удержит и низкую температуру воздуха на всей территории страны. Она будет ниже климатической нормы, говорят синоптики. На севере, востоке и в центре республики ночью местами ожидается минус 30 градусов мороза и ниже. Погода в ближайшие дни будет преимущественно без осадков, с туманами в ночное время суток. По городу Астана ожидается без осадков и ночью температура 18-20, а днем ожидается 8-10 градусов мороза. А 17-18 ожидается без осадков и ночью температура 21-23, днем ожидается 10-12 градусов мороза.